Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Судная ночь. Чтобы сократить уровень преступности, власти США ввели традицию судной ночи. Раз в году на 12 часов разрешены любые преступления, которые не будут караться законом на следующий день. В центре истории – группа жителей американского городка, чьи судьбы рано или поздно пересекутся в одну из таких страшных ночей. Рассказ служанки. Действие разворачивается в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы. Уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Но по никому неизвестным причинам у жен офицеров не рождаются дети. Чтобы продолжить офицерский род, офицеры и их жены выбирают из числа простых девушек ту, которая будет вынашивать их будущего ребенка. Молодые девушки, носители офицерских отпрысков, живут в специальных охраняемых помещениях, больше всего напоминающих тюрьму, и знают, что сразу после родов им придется расстаться со своими детьми. Родина. Сериал 2011 года. В центре сюжета находится сержант морской пехоты ВМС США Николас Броди, вернувшийся домой после 8 лет отсутствия без вести в Ираке, и Кэрри Мэттисон, офицер ЦРУ, которая подозревает его в причастности к подготовке террористической атаки на Америку. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!